Добро пожаловать на бои на арене в игре Armored Core Project Phantasma. Мы продолжаем бороться за позиции. У нас сейчас 25-е, и про нас пишут. Еще одна ступенька на лестнице завершена. Те, кто выше него, должны взять его на заметку. Примерно как-то так про нас пишут. Что мы, в общем-то, поднимаемся худо-бедно. Ну как, до этого мы довольно-таки быстро поднимались, сейчас у нас уже посложнее пошли. Ух ты, я не знал, что здесь такое есть. Прикольно. Здесь правила, да, какие-то есть. Слушай, я это не знал. Ладно, поехали. Сегодня Эгл. Используя свой тяжело армированный Armored Core, его атаки могут ощущаться на больших дистанциях. Ну, тут нас предупреждают, что он, в общем-то, работает на больших расстояниях. Но зато тут стоит отметить, что у него небольшая скорость. Oh,
что ж, 24-я позиция наша. Да, бой был, надо сказать, не из простых. Я, блин, с попытки, наверное, третий его только смог победить. Несмотря на то, что он, в принципе, у него довольно медленный Armored Core, но при этом у него такая неплохая тактика была. Но между тем, 24-е место наше все-таки.